наверное, где-нибудь 19:50. Ну что, вот так уютно. Я тут сижу. У меня тут планшет, компьютер. Все это у меня идет производство видео. Это компьютер дневника Джона. Сейчас я вам покажу, как я сижу на веранде, но я уже там сидеть не буду, к сожалению, сегодня. Думаю, может, завтра. Потому что все уже, Бобик сдох. Вот волшебство. Если жаль, что вы не чувствуете этого запаха. Ну вот здесь я всегда вот так занимался, я надеюсь, буду заниматься. Вот так тут сижу, чуть-чуть полулежа. Здесь у меня открытый футляр, я так играю. Здесь у меня телевизор, играю, смотрю телевизор. Здесь сижу, кушаю, смотрю телевизор. Видите, уже время 1:30 ночи. Все, сейчас я забираю скрипку и иду, потому что завтра, кстати, обещают уже 17 градусов, а сегодня было 28. Вы только прикиньте, вообще 28. Ох, как тут хорошо пахнет. Как тут хорошо. Очень даже фактически. Ну, конечно, не так, как в раю. Но практически как-то даже тоже по-райски вполне. Все, выключаем и возвращаемся. В общем, я вам скажу, что те титанические усилия, которые я прикладываю к каналу, они, конечно, просто беспрецедентно, но дают мне всего 2-3-4 подписчиков в день. Все, там ничего не видно. Слава богу. Вот книжки. Тут у меня уже постель готова. Вот могу показать, как я люк закрываю. Смотрите. Вот раз. Все. Закрыл этот ковер, кстати, он, что удивительно, он старый ковер, но он был новый, хранился, и вот только его постелили сюда. И больше никто тоже, кроме меня, по нему не ходил, и больше нигде он, кроме как здесь, не лежал. И ковер большой, как вы видите, большой ковер, очень подходит сюда, шик.